Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как восстановиться после выхода из деструктивных отношений нарцисс? Спрашивает человек по имени Марна. Ну, для того, чтобы понять, как восстановиться, нужно сначала увидеть, так скажем, после чего вам нужно восстанавливаться. Вот. То есть, чтобы понять, как восстанавливаться, нужно сначала увидеть, от чего восстанавливаться. Вот. Можно, конечно, посмотреть на то, в чем именно вы не восстановлены, да, в чем именно вы оказались уязвлены, задеты, вот, и так далее. Но для полноты картины, я думаю, что нужно все-таки посмотреть, от чего вам восстанавливаться. То есть вот, ну, что нужно, значит, сделать в первую очередь. Дальше. Вот вы говорите, что, ну, что мужчина, с которым вы были в отношениях, да, был нарциссом, вот, вы говорите, что отношения сами деструктивны. Тут тоже хочется спросить, да, тоже хочется спросить, а чем эти отношения деструктивны для вас? То есть, и как, самое главное, как вы поняли, что мужчина нарцисс, как вы для себя это поняли? Как вы поняли, что отношения деструктивны? И каким образом вы в этих отношениях оказались? Потому что, ну, я не думаю, что можно здесь как-то спорить с тем, что вы оказались в этих отношениях не случайно. То есть, ну, я думаю, что в этих отношениях вы совершенно точно оказались не случайно, и вот я думаю, что причины, по которым вы оказались в этих отношениях, нужно рассматривать, вот, нужно исследовать, потому что они, эти причины, для нас очень важны. Даже если вы восстановитесь, я думаю, что вы все равно рискуете оказаться в похожей ситуации опять. Если для себя не увидите вот то, как вы в этой ситуации в целом оказались. Следующий момент заключается в том, что если мужчина нарцисс, то очевидно, что он вас как-то подавлял, да? Вот. И, соответственно,
Если мы говорим о восстановлении, да, и мы говорим о каком-то негативе от этой ситуации, то мы говорим о том, что вы чувствуете себя раздавленной, вы чувствуете себя приниженной, вот, вы чувствуете себя плохо. Соответственно, это происходит по причине потери вами контакта с, ну, с самой собой. Вот. То есть вы как бы потеряли контакт сами с собой. Значит, ваша задача и наша задача в то же время заключается в том, чтобы вы контакт с собой вновь обрели, чтобы вы вновь начали слышать себя, понимать себя, может быть, даже в той или иной степени уважать себя. Потому что в отношениях с нарциссом, да, никакого уважения к себе, понятное дело нет. Вот. Это просто невозможно сделать. Вот. А вот я думаю, что вот примерно в таком ключе вам можно и нужно двигаться, если вы хотите решить свою проблему. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.